На базе школы номер 18 закончился муниципальный этап краевого конкурса «Педагог-психолог-2014». В городе и районе конкурс проводится уже не первый год. Его цель – распространение педагогического опыта лучших педагогов-психологов нашего муниципального образования, внедрение новых психологических технологий в систему образования, а также рост престижа профессии педагога-психолога. 5 участниц из школ и детских садов соревновались в 4 этапах. Первый конкурс – это визитная карточка, в котором участницы представляли себя, свое учреждение и рассказывали о результатах работы. На следующем этапе конкурсанткам предстояло показать умение ориентироваться в самых непредсказуемых ситуациях, показать профессионализм в сфере психологии. Третий этап – консультация. В течение 15 минут участница должна была передать, каким образом она может помочь детям и родителям разобраться с их внутренними проблемами. Завершился конкурс «Блиц-турнир». Турниром, как признается директор консультационно-методического центра Олеся Плесецкая, профессия педагога-психолога очень важна в школе, так как в его функции входит ряд направлений по работе с детьми, учителями и родителями. Это и участие в педсоветах, родительских собраниях, в наборе первоклассников и психологическая профилактика. На сегодняшний день эта профессия является востребованной, и с каждым годом школьных психологов становится все больше. Мы планку держим. Если в прошлом году было 4 участницы, сегодня их 5. Это участники и из образовательных учреждений, то есть из школ города, и из детских садов, то есть абсолютно разноплановая у нас группа. Конкурс профессионального мастерства с каждым годом объединяет в ряды талантливых, любящих свое дело людей, таких как Вера Чернодуб, которая участвует в творческом состязании уже 2-й год. В прошлом году ей удалось занять только 2-е место. Участвует она с удовольствием, ведь благодаря этому конкурсу можно набраться нового опыта, а также поделиться своим. Прежде всего для меня это возможность посмотреть на опыт коллег, пообщаться. В ситуации конкурса это иная ситуация, чем когда мы встречаемся на методических объединениях, либо в неформальной обстановке. Это возможность посмотреть на людей, которых знаешь, с профессиональной точки зрения, оценить их выступления, дать какие-то обратную связь, рекомендации. Естественно, попробовать саму себя в работе на аудиторию. Вера с детства мечтала стать врачом, поэтому и пошла учиться на психолога. По ее словам, эти профессии схожи. Только врач сталкивается с физическими проблемами, а психолог с душевными. Работа с детьми в школе доставляет ей только удовольствие. Она всячески помогает им психологически, в подготовке экзаменов и просто в любую минуту готова выслушать ребят. Конкурс «Педагог-психолог года» – это не просто соревнование, а праздник профессионального общения, источник ярких творческих идей, уникальная возможность продемонстрировать свой опыт и проверить свои силы в творчестве. По итогам конкурса победила Вера Чернодуб. Она и отправится на краевой этап конкурса «Педагог-психолог-2014». Тина Копычевская, Михаил Варгулев. Программа «События».